к вашему вниманию. Вторая часть моих приключений в военно-патриотическом лагере на Кинбуре. Чем можно заняться утром, блин? Как не спать, только, блин, волейбол играть. Очень веселая игра, отжиматься за конфеты. Алло, а мне давайте. Где кто? А подожди, я последний отжал. Алло. Сейчас принесу. Я что, зря вставал или что? Спонсор, возьми еще конфеты. Да вы сейчас разоритесь, пацаны, я вам отвечаю. А что там, сосательных кто-то раздает? Сосательных никто не раздает. У кого есть? Алло? Не, ну вы же гады, я... За одну? А что так дорого, алло? Днем было нереально жарко, поэтому мы выживали как могли. С конфетой в зубах отжимается. Ну так печенье давай тащи. Тащи печенье, чтобы у нас печенье отжиматься. Тупо как в тюрьме. Валюта своя. Давай компьютер. Пока баланды не принесли. Дворик, на котором гуляют, навесит. Ну такую шалаш мы сделали новый. Там блокпост, короче, отдыхать. На так называемом блокпосту водителям приезжающих машин выдавались памятки, как вести себя при обнаружении известных предметов, пожаре, землетрясении и так далее. После чего машина сразу же пропускалась. Это занимало около 30 секунд. И тут вставляем все, нарезку снова? Наказаний. Один за всех. И все за одно. Один за всех. И все за одно. Теперь... Юнацкий корпус! Что? Я люблю! Юнацкий корпус! Я люблю! Юнацкий корпус! Малым, наказывай. Нормально еще кинул. Только сильнее только. Также в лагере проводились учения по метанию учебных гранат и стрельбы с пневматической винтовки. Аккуратно! Вечером, когда жара спадала, мы проводили тренировки. Давай старайся, Ромчик. Нормально, нормально. 30. Это не так тяжело, как вам кажется. Вот, отжимайся, хорош. Нет, бедра, вот, бедро, вот. Ой, нифига себе, давите. Что? Давите, что это такое? Это для ралли, да, баги называется. Здорово, пацаны. Прикольно. Привет. А, прикольно. Так, короче, не отвлекаемся, поехали, смотри. Давить будет. Будет песос давить, у тебя песос должен свисать с этой. О, а я же все вот так. Не-не-не, дальше, вот туда дальше, вот туда дальше. Еще, вот, вот так, вот. Вот так, да. И качаешь 20 Руки раз, это не тяжелое упражнение. Вот, молодцы. Да, по 20. И потом меняетесь. Тренировочки, ё-мо. Ничего. Молодец. Сильнее будешь. Пашем, ребята, пашем. Жадельно руки за голову. Так тяжелее, так эффективнее. Максимально вверх попытайся. 20 раз, пацаны. Всего лишь 20. Что, устал сильно? Ты если что говори, если сильно тяжело, то не делай, я ж не заставляю. 40 сделал. Нифига, молодец. Работаем, щеглы! Шпана. Я, конечно же, шучу, но ничего. Красота такая. Ну, смотрите, как круто. Так, было время. Тренировочка по ММА. Что там? После физических нагрузок ребята отрабатывали удары и работали в спарринге под нашим присмотром. Осталась минута.
Давай, Рома, хорош. Пацаны, молодцы, давайте, до конца, до конца. Терпите. 3 секунды. Потерпите, пацаны. Выбросим, еще, давай, 15 секунд, терпим. 10 секунд. Гасимся, гасимся. По свистку останавливаемся. Рома, работай. Все, молодцы, пожали руку друг другу. Хорош. Это лайк. Все, Ромчик, как ощущение? Все. Как сказал бы комусик. Хорош, хорош. Вот это ты снимаешь? Да, я снимаю. Оно, правда, не видно. Мама, папа. Оно не видно будет. Если что, сын погиб в бою с шакалами. Ну да. Просто я не снял то, как... Они выбежали у тебя вообще, шакалы, или нет? Ну, они были тупо... Ну, они выли в натуре, они тупо в наглую. Нас 14 человек тупо возле костра, а им пофиг. Что, пацаны, как работает в лагере, нормально? Да? Давайте копайте дальше. А вы что, пацаны, тут отдыхаете? Чем вы занимаетесь? Ну, быстро, на камеру, объяснили. Собираем. Уронили, теперь собираем. Не, я говорю, за листовки. Вы сейчас даете листовки? Да? Я понял. Такой блокпост наш. Как легко раздать листовки, чувачка. Тупо мастерили это все целыми днями. Теперь надо закопать. Скоро уходим. Лагерек. А ты опять читать идешь, да? Ага. Ага. Вот тут мы костер, короче, распалим. Тут палаточки, они отдыхают. Мы там завалили, потому что вы с нами, помните, кто к нам приходит по ночам. Поставили растяжки, чтобы хоть как-то спугнуть наших обитателей. Пома 80-го. Приближись еще, на, поснимай. Давай, давай я поснимаю. Тупо нормально. Сегодня уже отправляемся. За эту неделю я так нереально устал. Тяжело, конечно, быть в таких условиях. Для меня это первый раз, я уже повторюсь. Сейчас собираем манаточки. Мне уже надоел вот этот весь песок, море. Вот этот. По ночам тут вообще ветер так дует очень сильно. Реально. Сейчас дома приду, нормально поем, покупаюсь, отдохну. И буду продолжать снимать видеоролики. Уже более, так сказать, раз в неделю хотя бы, а то я вообще... не снимал давно. Так что это видео, я думаю, зайдет, не зайдет, посмотрим. Сейчас будем уже собирать малых и отправляться потихоньку. Где-то идут уже некоторые. Так что вот так вот. Пока вот такие новости. Ночка была нормальная, в принципе. Так что пока все нормально. Там уже посмотрим, как будет погрузочка наша и отправка. Шо? Как отдохнул? Хорошо. Шо? Мама! Куда мы идем? Большой секрет. Реально, смотрим, короче, беда. Вовремя мы ушли, оно сейчас звонять будет, все это тина. Тупо ползем. Сафари тут, после сафари, короче, недельное сафари. Неделя выживаний. Блин, происходит солнце, мешает. Ой, беда. Что тебе больше всего понравилось по нашему лагерю? Отжиматься. Жень, сколько тебе лет? 15. А что тебе больше всего понравилось в нашем лагере? Стоять в планке. А что еще? И бегать. Понятно. Что ты хочешь пожелать для тех, кто в следующем году приедет в лагерь? Ну приезжайте, тут нормально, тут вообще ничего нема. Ни гадюк, ни шакалы. Все, давай прощайся. Все, пока. Как тебя зовут? Витя. Сколько тебе лет? 13. А что больше всего тебе понравилось в нашем лагере? Ну, больше всего мне понравилось биться в спаррингах, отрабатывать удары всякие. Угу. А что ты нового для себя открыл в этом, ну, пребывание в лагере? Ну, открыл, как правильно бросать гранату, ну, как держать автомат.
А как тебе наши вожатые? Ну, вожатые мне понравились, классные, с чувством юмора. Вот так и завершились наши приключения в лагере. Лично я для себя открыл много чего интересного, познакомился с хорошими людьми. И ни капли не жалею, что приехал сюда. И перед тем, как закончить это видео, я хотел бы поблагодарить всех тех 13 человек, с кем мы провели эту неделю. Было весело. А на этом все. Если вам понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.